нам нужны кровати, нам нужны столы, нам нужны тумбочки, нам нужно что еще нужно? И нам нужны шкафы, пожалуйста, 4 первых номинации. Стол, стулья, шкафы и, может, комоды какие-то у кого есть еще. Одесса, потоп, несчастные люди, Одесская епархия, вы добро объединяет и в конечном итоге чудеса. Братья и сестры, благодаря вам мы собрали уже 100 тысяч гривен. У нас 40 семей, которые нуждаются в помощи. Есть люди, которые помогли вещами, бытовой техникой. То есть процесс идет, и мы вам говорим спасибо. Мы говорим людям спасибо с Америки, которые позвонили, сказали, ребята, давайте работать, давайте трудиться. Светлана позвонила вчера с Нью-Йорка, говорит, ребята, вы не представляете, какую работу вы делаете. Ее мама Лидия, которая уже 90 лет, которая участвовала в партизанском движении, пережила много болезней. Она смотрит наш YouTube-канал, она живет этим, и она со своей пенсией пересылала сюда деньги для того, чтобы помочь людям. И они еще собирают там посылки, собирают деньги. Представляете вообще, какой масштаб? Континенты целые соединяются для того, чтобы помочь несчастным людям. Большое человеческое спасибо. И всей Одесской епархии, которая распространила это видео о нашей беде, о нашем, то, что случилось. И всем людям, которые нам помогают. Большое человеческое вам спасибо. Мне все затопило, вот. Духовки все затопило. Холодильник привезли. Шкафчик. Проходите внутри, только не пугайтесь. Вот так как я затеяла ремонт, сама купила все стройматериал, вот начала ремонт, все, думаю, как бы на зиму. Вот вода до отсюда была. Вот смотрите, уже начала ракушня, начала все падать, видите. Проходите сюда. Вода до отсюда. Вот так как я вот уже объясняю вам, затеяла ремонт. Вчера мне вот тоже принесли матрас. Это мокрый, это снизу мокрый кровать, потому что получается, как затонуло, все мокро. Это мы положили матрас, тоже влажный. Чтоб спали детки на него. Вот, посмотрите, до откуда была вода. Видите? До отсюда. Когда меня затонуло, я деток подняла через окно, через то окно. Вот вода, представьте себе, вот вода до отсюда. Вот. У нас такое условие. Если бы у кого есть желание помочь, мне надо еще шкафчик, куда ложить вещи. И стиральную машинку тоже утонула. Вещей хватает, слава богу, вещи привезли нам. Помогли нам, вот, проходите сюда, вот, дали на время нам только холодильник, пока, чтобы детка, у деток было что кушать, спим, вот, видите, как вещи на полу, все на полу, вода опять же до отсюда была, посмотрите, вот как обои вырвала, получается, через эту окошку деток подняла я их, и с той стороны, и я вас прошу, благодарю всем, кто помогает. Андрей, отец Андрей, ну всем, кто помогает, я не запоминаю всем. Я очень благодарна, что вот в такой ситуации скинулись на помощь. Спасибо большое Одесской епархии за помощь. И если будет у вас возможность, какой-то шкафчик или гардероб, потому что вещей достаточно, вот два гардероб, ну два дивана, все же приносили. Я очень вам благодарна. Только вот, если бы у меня утонула стиральная машинка, если бы вы помогли бы нам,
есть шкафчик. Я была бы вам очень благодарна от всей души. Всем спасибо, кто помогает. Спасибо вам. Сегодня Одесская епархия с командой «Добро объединяет» в очередной раз проехались по нашим семьям, которые пострадали от нашего стихийного бедствия, которое затопило квартиру, развезли детские кроватки, вещи, то, что отдавали люди, стиральную машинку, мебель. Мы очень вам благодарны, что вы присоединяетесь к нашей команде «Добро объединяет», но на самом деле у людей еще очень много есть проблем, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, давайте будем участвовать, давайте немножко поможем им облегчить жизнь, потому что ту помощь, которую они получат, к сожалению, не покроет совершенно тех расходов, которые они понесли. В данный момент у них еще все-таки тяжелая ситуация, они не могут работать, они убирают свои квартиры, выгребают все эти остатки, которые остались, и поэтому им очень нужна и важна наша поддержка. Поэтому просим вас не останавливаться, сбор продолжаем, все деньги, которые вы переводите, мы на следующей неделе будем распределять между всеми, кто пострадал. Спасибо вам огромное, добро объединяет. Братья и сестры, мы, как и прежде, оставляем наши реквизиты. Мы надеемся на то, что не обойдете мимо чужого горя. И вместе мы сможем сделать больше добрых дел. И мы показываем уже первые наши шаги, первую помощь. Делитесь видео, комментируйте, потому что добро объединяет, и оно очень нужно людям, которые нуждаются в этом.